В Павлодарской области после ДТП на трассе заживо сгорел пассажир. Еще два человека с различными травмами доставлены в больницу. Авария произошла ночью в 30 километрах от областного центра иномарка, в которой находились два пассажира и водитель, врезалась в грузовик. От удара легковушка перевернулась и вспыхнула, как факел. Водителю и 23-летнему пассажиру удалось выбраться из полыхающего салона. Они были доставлены в больницу с переломом позвоночника, сотрясением и рваными ранами лица. Третий мужчина оказался зажат в искореженной машине и сгорел заживо. Его личность удалось установить только по показаниям выживших. 35-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомашиной КАМАЗ под управлением 55-летнего водителя. От удара произошло возгорание автомашины Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир автомашины Toyota Camry скончался на месте.